Привет, Матвей. Покушали вкусную рисовую кашу, и нам нужно подняться на озера. Они находятся вон за тем перегибом. Туда ориентировочно надо подняться 600 метров в высоту. Чтобы тропа не затерялась в камнях, другие люди оставляют туриц, а вот и он. Этот вид поверхности называется мареном. Каменная река. По нему надо продвигаться осторожно. Камни могут быть живыми. Мы будем пить чай и есть бутерброды. Вытоптать место под палатку. А где моя ребенка?
Мы показываем способ перемещения по льду. Варик, Варик. Чего? Вам пора вставать. Вам надо пойти на гору Куршо, 3800. Вершину Куршо. Сейчас 2 часа дня. Поздравляю с вершиной Куршо. 3870. Давайте посмотрим на это место с высоты. Вернулись в лагерь в 4 часа. Маршрут 2А.